Острые проблемы обсудили в Москве на форуме сообщества. В столице собрались 3500 представителей общественных структур, волонтерских и молодежных движений из разных регионов России. В числе основных вопросов – отношения власти и некоммерческих организаций. Владимир Путин заявил, государство поддерживает НКО. Президент предложил выделить в отдельную группу организаций, которые решают социальные проблемы и при этом имеют безупречную репутацию. Таким объединением могут открыть доступ к бюджетным ресурсам. В 2016 году на социальную поддержку граждан у нас предусмотрена солидная сумма, почти 250, но если быть более точным, 236 с лишним миллиардов рублей. И, безусловно, нужно выделять из хорошо зарекомендовавших себя общественных организаций социальной направленности, те, которые способны решать задачи, стоящие перед государственными и муниципальными органами власти. Думаю, что можно было бы создать специальную группу или выделить специальную группу таких НКО на социальной направленности, проводя, конечно, специальную работу по отбору, по подтверждению ими своей компетенции и открытием доступа, в конце концов, к финансовым ресурсам, которые выделяются государством на социальные цели.